Здравствуйте! Итак, прищепка для соски. Как видите, рисунок несколько поцарапан, что говорит о том, что этот предмет не лежал без дела. Хочу объяснить, почему я решила снять видео такой прищепки. Дело в том, что я не раз становилась свидетельницей того, как родители или бабушки с дедушками убеждали ребенка не играть соской, не выбрасывать ее или не выплевывать. А когда такое случалось, то поступали так. Или поднимали соску, облизывали ее и давали малышу снова, или просто убирали соску, а малыша уже пытались успокоить или отвлечь другим способом, что совершенно не всегда удавалось. Но какой бы вариант ни был выбран, в любом случае это излишнее переживание для детей и для взрослых. При беседе же с этими людьми я узнала, что многие из них или вообще не слышали о таком приспособлении, как прищепка для соски, или, что случалось достаточно редко, посчитали этот предмет излишним. На мой же взгляд, это очень удобно и гигиенично. Ну а теперь подробнее о такой прищепке. Товар принадлежит среднеценовой категории, но он с лихвой отрабатывает все потраченные средства, так как служит не один месяц и является универсальным. Длина цепочки составляет 16 см, а всей конструкции 25 см, что вполне достаточно, чтобы прикрепить ее к одежде малыша или одежде взрослого, который держит малыша, или любому другому предмету, который вы сочтете подходящим. И цепочка, и прищепка полностью пластмассовая. Но все это очень качественно, потому что нет ни одной трещины и ни одного скола. Хотя этот товар контактировал и с металлом, и с деревом, и ребенок часто вертел его в руках. Но, в общем, краш-тест пройден безупречно. Форма всех деталей обтекаемая, без острых углов. Поэтому я не боялась, если вдруг малыш начинал играть с цепочкой или пробовал сжать прищепку. Сама по себе прищепка тугая, малышу просто так не удастся ее нажать, но зато взрослые оценят этот момент, потому что она за счет этого очень хорошо держится, и какой бы предмет или тип ткани она не захватывала, просто так она не отстегивается. Честно говоря, я совершенно не часто использую соску, но предпочитаю всегда иметь ее под рукой. И соска эта всегда соединена с прищепкой. Таким образом, я не трачу время на поиски нескольких предметов и при этом точно уверена, что все нужное не забыто. Универсальность данной прищепки заключается в том, что ее можно соединить с совершенно любой соской от любого производителя, который вам по душе. Главное, чтобы у этой соски было колечко. Как правило, они есть на всех. Я пользовалась сосками от Conpol Babies. Ссылка на данное видео об этих пустышках доступна в описании. Вы просто колечко от соски надежно фиксируете в механизме прищепки и все. Теперь вы можете наслаждаться всеми преимуществами этого устройства. Во-первых, пристегнув ее к себе, вы не потеряете соску и не будете тратить время на ее поиски, пока ваш малыш плачет. Во-вторых, если малыш выплюнет соску или вытянет ее ручками, или будет с ней играть, вы можете быть спокойны, что соска не окажется на полу в грязи с прилипшими к ней частичками. В-третьих, вам не надо облизывать соску, если малыш выпустит ее из ротика. В-четвертых, это может быть хорошим отвлекающим моментом. Если малыш капризничает, можно попробовать привлечь его внимание с помощью прищепки, дать ему поперебирать звенья цепочки или указать на рисунок на прищепке. В общем, на мой взгляд, это очень полезная вещь, так что я однозначно рекомендую.